20 июня. К своєму стиду перший раз вибрались в Аркадію. І так, наше відкриття Аркадії. Ні, не дозволю. Мама дорогая, а куди я попав? Нет, я хочу автобус. Подожди, я ничего не перепутал, это точно Аркадия? Это не Донецкий аэропорт, нет? Брест какой. Это открытие сезона в Аркадии? Да. Как же мы ночью тут пройдем? Так, ну что? Перебежками. Окопы, блиндажи. Готовимся к обороне в Аркадии. Киборги. Вперед. Да. Комментировать тяжело, потому что нужно смотреть под ноги. Да. Естественно, у нас все делается для людей. Все делалось до открытия сезона. А до в сезон все делается, у нас все наоборот. Решили закопать очередные деньги налогоплательщиков. А в сезон, гости дорогие, добро пожаловать. Субботний вечер, делать нечего. Пойдусь по ломаю ноги в Аркадии. Брестская нищета. Писец. Один раз они уже ее угондонили. Теперь угондонили ее еще раз. Эх, раз, еще раз. Еще много-много раз. Сколько с денег отмыто? Знаменитые ползущие человечки. Закручивающие лампочки. Аптека, милиция. И наконец она. Заветная.